Друзья, всем привет! Сегодня будем пробовать испытывать дедовский способ, как проверить без нагрузочной вилки аккумулятор. То есть, как это сделать можно. То есть, его надо нагрузить и посмотреть, падает ли напряжение ниже 9 вольт или не падает. Делать это будем с помощью ножовочного полотна. То есть, нам необходимо ножовочное полотно и замкнуть плюс с минусом. То есть, в принципе, так устроена нагрузочная вилка. Чтобы это делать, необходимо, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. И еще самое главное, чтобы во всех банках был электролит. То есть пластины, чтобы были покрыты электролитом. Если вы только что заряжали аккумулятор, нагрузочной вилкой его нагружать нельзя. Потому что там выделялся газ, водород. И он может, грубо говоря, бахнуть. Вот. То есть сейчас уже прошло 2 часа, как я их подзарядил. То есть у нас 13-19 вольта. Сейчас будем нагружать нагрузочной вилкой. Ну не нагрузочной, нагрузочным полотном будем нагружать. Одеваем очки, не знаю, что произойдет, но что-то должно произойти. То есть в течение там 5-6 секунд напряжение не должно упасть ниже 9 вольт. Если не падает, то значит все ништяк. Я думаю, полотно должно накалиться до красна. Все это необходимо делать на снятом аккумуляторе. И это делать очень опасно. И никому я это делать не советую. Ноль восемьдесят четыре было напряжение. Ну, в принципе, 0,84 держит, да. Почти 9 вольт. Офигенно. То есть вот что стало с полотном. Немножко я передержал. Быстро восстанавливается напряжение 12,80. Ну, в принципе, аккумулятор вот этот жив. Все, надо нагружать следующий, пробовать. Правда, полотно почти закончилось. Так, переставляем сейчас все это дело. 0,87. Короче, офигенно. Так, проверяем следующий аккумулятор. Пришлось заварить аргончиком чутка. Не знаю, насколько хватит этого полотна. То есть у нас сейчас 12,73 по вольтажу. Надеваем очки. Пробуем. 12,72. Стрёмно, капец. Так, что такое? Чуть не хочет. Эй. Что такое? Что-то сваренное не работает, что ли, получается? Шесть и семь. Ну, тот проседает конкретно. В принципе, уже получается как бы дохлая батарея. Но восстанавливается быстро. То есть вот это, в принципе, вот эта батарея у нас практически живая. Там 8,5 вроде был, да? Вот это просаживается нормально. У меня на машине два аккумулятора стоит. Здесь вот одна банка мне не очень нравится, на минусе. То есть когда я заряжал, она как бы не очень бурлила. Вот. То есть засульфатирован он весь. Наверное, надо его попробовать десульфатировать, то есть сливать всю жидкость, наливать дистиллированную воду и пробовать заряжать, чтобы сульфат сбить с пластины. То есть вот так вот можно проверить без нагрузочной вилки таким полотном напругу.
держит ли аккумулятор нагрузку. Если хотите узнать, почему батареи с отверстиями, они раньше были необслуживаемые, а теперь стали обслуживаемые. Этим батареям уже 6,5 лет. Как я их сделал необслуживаемыми, как я их сделал обслуживаемыми, можно увидеть по ссылочке внизу в описании. То есть будет ссылочка. Вот так вот, короче, покупаем полотно и проверяем. Понравился видос? Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. До свидания.